Привет, адепты компьютерных игр. В этом видео я собрал 10 отличных игр, которые без труда запустятся на ПК 5-летней или даже 10-летней давности. И не спешите воротить нос. Отобранные проекты входят в число самых рейтинговых игр Steam. А значит, в них точно что-то есть. Assassin's Creed Rogue. Игра в стиле экшена, которая сочла в себе все плюсы данного жанра и отправит тебя в невероятный приключенческий мир. Ты попадаешь именно в 18 век, далекое прошлое, где главный герой будет творить свою историю на территории Северной Америки. Именно в то время по всей Америке шла война, которая была наполнена кровью и насилием. Твой главный герой будет обладать уникальными боевыми способностями, а также отлично владеть смертельной винтовкой, которая может стрелять как в ближнем, так и дальнем бою. Противников будет более чем достаточно, а покорить их возможно только с помощью хитрости и смекалки. Кроме того, главный герой будет обладать острым, так называемым орлиным зрением, с помощью которого он сможет выслеживать соперников, а затем, застав их врасплох, безжалостно уничтожать. Мафия 2 – игра, которая перенесет тебя в огромный открытый мир для приключений, где тебе предстоит стать одним из членов группировки мафии. Первая часть серии собрала огромное количество позитивных отзывов, поэтому авторы немедленно принялись за разработку второй части. На этот раз тебе предоставляется возможность сыграть роль некого Вито Скалета, который способен на все ради выполнения заданий, даже самого высокого уровня сложности, что у него успешно получается. Отправляйся на выполнение довольно опасных заданий, которые смогут принести тебе неплохие суммы денег, тем самым повышая уровень главенства и стремясь вверх по карьерной лестнице. Отправляйся в криминальный мир прошлого, действие которого будет происходить между 40-ми и 50-ми годами. Тебя ждет огромный выбор автотранспорта, который был популярным в те времена. Масса мощных оружий убийства и интересные миссии, проходя которые ты будешь улучшать свои навыки и расширять возможности в мире криминала. Max Payne 3 – крутой динамичный экшен, который является продолжением культовой игры, завоевавшей массу положительных отзывов. В третьей части тебе расскажут историю, которая начала происходить спустя 8 лет после событий второй части. На этот раз наш главный герой по имени Макс больше не находится в должности полицейского. Теперь он простой безработный, который постоянно принимает обезболивающее. Бывший коп теперь не имеет какой-либо цели, все для него потеряно, а в жизни смысла больше нет. Но не все потеряно, ведь нашего героя ждет очередной крутой поворот судьбы. Макс перебирается в Бразилию, где и устраивается в частную фирму охранника. В этой фирме он получает довольно непростую задачу, где будет охранять успешного и очень влиятельного торговца недвижимости. Пройдет немного времени, и герой узнает все темные секреты города Сан-Паулу. Call of Duty Modern Warfare 3 – невероятный экшен с трехмерным миром и массой интересных динамично развивающихся событий, центром которых ты и станешь. Здесь ты попадаешь в довольно необычный мир шутера, где главная цель заключается в уничтожении как можно большего количества противников на твоем пути. Ты попадаешь в самый центр событий, развивающихся на Третьей мировой войне, где от твоих действий будет зависеть победы или поражение стороны, которую ты всеми силами защищаешь. Все действия будут происходить с видом от первого лица, что позволит тебе погрузиться во всю суть происходящего. Отдельно хочется отметить графический аспект, который все так же разработан на высшем уровне и отправляет тебя в максимально продуманный и реалистичный мир. Данная часть является финальной, а значит и события порадуют тебя своим финалом. Именно финальная черта зависит от предпринятых тобой действий, а также от количества противников, которых ты уничтожишь. Кроме того, не забывай пополнять боевой арсенал более мощным оружием, а также наделяй своего персонажа навыками и новыми способностями. Devil May Cry 4 Special Edition – это не просто уникальное издание, содержащее в себе интересные бонусы для коллекционеров и фанатов, например, артбук с заметками разработчиков, физический носитель с музыкой из игры, пару вариантов обложек и другие приятности, а полноценное обновление культового экшен-слэшера. Игра получила обновленную графику и возможность наслаждаться заветным фреймрейтом в 60 кадров в секунду на широкоформатных мониторах. В оригинальной версии сюжет проходился от лица Данте или Неро, но с выходом в Special Edition для Devil May Cry 4 историю можно пройти за каждого из трех новых персонажей отдельно, среди которых Вергилий, Триш и Леди. Выбор героя никак не влияет на сюжетную составляющую, за исключением одного нюанса. При игре за Триш вам предстоит выполнять миссии Данте, а играя за Ленди, придется выполнять задания Неро. Игра подарит игрокам новые ощущения от старой доброй игры, благодаря новому легендарному режиму Темного Рыцаря. Особенность режима состоит в многократном увеличении количества монстров, характеристики которых также усилены. В этом режиме вы сможете прочувствовать всю силу своего персонажа, выстраивая изощренные комбо продолжительностью сотни, а то и больше ударов.
Justice Case 2, продолжение приключенческой игры о супергерое, роль которого тебе и необходимо сыграть. Ты отправишься в огромный мир на сокрушительные и феерические завоевания, где будешь обладать способностью устранить с лица планеты огромные толпы противников. Твой главный герой настолько могущественен и полон профессионализма, что готов с голыми руками пройти напролом танком. Игра представляет из себя самый настоящий захватывающий дух боевик, который подготовил для тебя массу испытаний и сложных препятствий. Наш главный герой отправляется на поиски своего наставника, который в прошлом продался за довольно крупную сумму денег. Тот, кого мы ищем, вследствие всех событий решил скрыться на неком острове, куда тебе предстоит отправиться. Ты встанешь на путь завоевания, восстановления справедливости и отмщения, дабы вернуть себе былую славу. Графика в игре разработана на достаточно высоком уровне, а также порадует динамика игрового процесса и приятная анимация. Far Cry 3 – третья часть феерической и популярной на весь мир игры, которая поведает тебе новую историю о трех неразлучных друзьях, которые попали в гущу страшных событий, о которых тебе расскажет сюжетная линия. Все дело в том, что наши главные герои решили немного отдохнуть от суеты и отправились на небольшой по масштабам тропический остров, где собирались отлично провести досуг. Но не тут-то было. Поначалу все казалось замечательно и ничего не предвещало беды. Но в один жуткий момент друзья столкнулись с бандой жестоких пиратов, которую возглавил безумный Вас. Теперь на твои плечи ложится ответственность за жизнь главных героев. Ты будешь делать все возможное, чтобы выпутаться из данной ситуации и вернуться домой целым и невредимым. Вокруг бродят пираты и местные повстанцы, которые готовы на любые действия, чтобы лишить тебя жизни. От твоих действий и принятых решений будет развиваться сюжет. The Bury XCOM Declassified – компьютерный игровой проект, представленный миру в жанре тактического шутера, где все действия происходят с видом от третьего лица. Ты сыграешь роль главного героя, который отправляется во времена Холодной войны, где будет постоянно вести борьбу за собственную жизнь. Действие игры отправит тебя в прошлое, а именно в 1962 год, где человечеству грозила опасность уничтожения со стороны коварной инопланетной расы. У врага имеется один единственный план – любыми способами захватить нашу планету Земля, для чего они могут пойти на любые меры. Чтобы с силой соперника, человечеством было принято решение создать и обучить специальных военных, которые будут иметь особые навыки и характеристики для более эффективного результата. Именно одним из таких военных ты будешь играть, стараясь сделать все возможное ради уничтожения сторонников вражеской силы. Тебе не просто предстоит убивать врага, но и стараться скрыть от простых жителей существующие вражеские инопланетные расы. Здесь присутствует отличная графическая составляющая, а также тебя точно сможет порадовать сюжетная линия, обладающая неожиданными поворотными событиями. Старайся всегда улучшать свои навыки и совершенствовать боевые способности, которые подарят тебе возможность справиться с более могущественной силой. Burnout Paradise Ultimate Box – яркая и хорошо проработанная игра в стиле гонок, где тебе предстоит полностью погрузиться в мир безумия и постоянно отстаивать звание чемпиона мира и лучшего гонщика планеты. Тебя ждет масштабный город, в котором нашли свое место тысячи самых разных изворотливых улиц, каждая из которых подготовила для тебя препятствия и испытания. Участвуй в самых феерических схватках против лучших гонщиков. Уничтожай всех своих соперников на пути и старайся постоянно занимать призовые места. Именно победы смогут принести тебе не только звание чемпиона, но и повысить авторитет в мире гонок. Каждая победа будет приносить тебе деньги, за которые ты сможешь усовершенствовать свой гоночный автомобиль, либо покупать более крутые и модифицированные автомобили. Разнеси огромный мегаполис на мелкие кусочки и покори его. Масса крутых автомобилей и мотоциклов, крутые гоночные трассы с изворотами и тайными проездами, а также динамика игрового процесса – все это представляет собой игра Burnout Paradise Ultimate Box. Друзья, это были игры пятилетней давности, в которые каждый из вас может поиграть без дорогостоящего апгрейда ПК. Еще больше вариантов вы можете предложить в комментариях, так что пишите, буду рад вас услышать. Также не забыли про лайки и подписку. Ну а на этом у меня все, до новых встреч и всего хорошего.